Потому что. А, хорошая версия. Многое объясняет. Динамит нашел, много динамит. Нам его и надо. Нанит? Забирай. Ананит. Передайте его мне, я профессионал в обращении с этими делами. Не смешно, но и ладно. Не очень-то. Я хотел. Ноги, кажется, сломал, но почему-то могу ходить. Ей! Кто живой? Иди сюда, сейчас получишь. Шлеп! Щтинс! Раз так. Голова, два голова, раз голова, два голова. Уху! 60 стрел у меня. Хочешь ну. Уху? Уху. Уху. И чё, одной стрелы хватило, все? Даже не в башку? Чудеса. О, я сделал. Можно стрелы-то возвращать? Можно. Спасибо реализму. Стрелы. Сколько реализма. Да. Ну, все, теперь я только мастер. С лукомой буду бегать. Хватит домогаться столба. Что-то так упал. Я что-то раздавил. Стопэ! Почему не ах, могу? Обычная стрела, как ты прекрасна. Не могу я тебя полечить, Костя. Не надо. Я теперь дальнобойный лучник в Робин Гуд. Забираю жизнь в мёртвых. Чё меня травит-то, я не могу никак понять. У меня это трупак вонючий. Не, я тем более уже около него-то не стоял вроде. Меня тоже отравили. Денис, ты тварь. Чё тебе не нравится? Такое делаешь, что приманиваешь. Я тебя приманиваю. Приманиваешь тех, кто клюет на мужиков. Беда. Мужики, давайте жить дружно. Упс. Как он встал. Что это было такое? Он лежит, я его бью, он встает, и потом снова без башки, потому что я ударил, когда он лежал. Ну ты злодей. Да, я злодей. В глазах людей. Квантовые порталы. А прикиньте, портал ган сюда. Да. Портал ган в Dying Light. По-моему, это ни хрена бы не изменило в плане геймплея, и я рубил бы всех топором. Можно ударить, да, и убить. Не, я там о плане перемещения можно, прикинь. Да. Блин, шунь-шунь-шунь. Я смотрю, вы вообще трупы не обыскиваете, буржуи. Не, у каждого свои, я могу обыскать, и потом ты можешь. Да я знаю. Мне просто хотелось поныть. У тебя какие-то проблемы с этим? Какие-то проблемы, братан? Труп без денег, с деньгами валяться на улице. Эй, ну почему они всегда сзади заходят? Каждый зомби никто не хочет. Имеет денежки в кармане. Никто не хочет меня. Тебя? Нет. Что такое, Корвин? Ты меня больше не хочешь? Иди сюда. Динозавры. Колдун здесь. Какого вкуса жвачка? Уроды. Сука. А ты кто, поздак? О, у меня сломано оружие. О, конечно, спасать наша работа. Да, да. Правда? Все таки молчат. Правда? Да, да, да. Бурулкан мачете.
лучше для разделки. Буба! У тебя их нет! Я так не чувствую! Мне нравится то, что я отрубать могу конечности, хотя у меня сломанное оружие. Это вообще весело, они не помирают с первого удара, но... Я думаю, на руке даже когда хватает. Твое оружие, которое ты там нам подкидал, поломается, оно все равно будет в 100 раз эффективнее говна, которым мы обладаем. Так. То есть оно реально где-то... раз в 12, о, походу это был врач. 10 минимум. О! По сравнению 800 и 50, ну 12 примерно лень считать. Да, у нас 100-120, а сейчас у него за 1000. 120, у меня вообще 59. Это дубинки всякие сраные там и прочее говно. Когда оружие ломается, оно небось только половину урона наносит. Я тут один по парку бегаю, реально. Блин, ну она меч так классно бошки рубит, это просто капец. Просто один замах и все, три башки слетели. Шик-шик-шик! И я опять вылетел. Да ладно. Классный германа интернет. Нет, не интернет. Это сама... скорее перегрев, потому что у меня тоже вылетало. Хотя сам... Нет, мне у меня столько... ни хрена не греется, я все это тестил. У меня на самом деле грелось, поэтому я думаю, у меня так... У меня температура 65 сейчас. У меня было, да, у меня было самый 20, но 38. И у меня вылетало. Алкоголь, ей! Алкашня! Возрадуйтесь у нас. Я не могу даже трупа вобрать. Чтобы не это самое. Ох, я пополам его. Ха. Ой, половина встала. У меня половина стоит. Половина лежит. Все. Металлические детали. Самое, что меня бесит, что после вылета всегда начинаешь в этом гребаном особняке, а не на месте, где ты сдох или последнем чекпоинте. Вот так. Зато у меня все патроны восстановились. Ну что за лол. Реально все патроны, что я потратил, они теперь снова в магазине. Перезарядка? Ага. Что, подсоединяемся? Да. А надо? Да, я не могу к тебе сейчас пока подсоединиться. Давайте. Быстрее. Ну... А то я на самом деле сейчас... тут не важно по чьей сюжетке идти, так-то. Да? Главное, если ты, чтобы не пропустить. То есть, если там у вас с Дэном общий сейв с одного и того же места. Ну да, заходишь. Общий. Никаких вопросов, просто присоединяйтесь и все. И дальше продолжается та же. И идет сохранение, если ты прошел даже в совместном, у тебя будет там же сохранение, если ты именно это прошел. Да. Я это и пытался рассказать. Ну я снова вылетел, так что я к вам отсылюсь. Да. Ты не пытался ни хрена сказать, ты сразу сдался. Выключены от игры вообще. Ха. Забанили. Еще вы там? Ну, я присоединяюсь. Кому кто присоединится, я не помню. А к Денису, он единственный, кто сейчас. А почему у меня ладошек со вкусом маринованного огурца? Почему, Дэн, у тебя без защиты ВАК? Читар! Ась?
Чё? Вакуум руби, на. И ДДД куда, да? Я думаю, чё он редко умирает? А он на что? Я приверженец старых религий. Нет, собственно, воды и штучки ни почём. No luck, no life, давай. Я зажгу этого мужика, я его зажгу. На. Я же говорю, что... О, и прям передо мной рухнул этот парашют. Это я к нему подошел, да. Кину парашют. Параглайд. И паралитик. Параглайд. Фига вот такие юзы. Прогладит. Прогладит. Не говори про гладит, потому что мне гладить сейчас очень больно, на самом деле. Мне тоже больно, когда кот кусается. Ну я же тебе не жалуюсь, что ты как папа, да? Ну я не хотел это прям вот так вот прямо говорить. Ну, в общих чертах. О. Ну да, не надо делать. Почему? А мне на слух чисто неприятно. Странно. О, врубил в тело. Я думал, это вызывает у тебя ассоциации с саванной, зовом природы. Зовом природы к чему? К размножению? Да. Я слышу моей матери. Да, нифига себе. Она голодна, надо быстрее жертвоприношение. Ох, ноги улетели. Ой, кто там помер? ДД куда я наоборот помер? Да он так, чтоб подозрение. Соусовый мод врублен. Нет, просто без звука я даже не замечаю, что меня кто-то сзади бьет. Это становится ясно только когда экран серым становится. Тысячу 600 очков минус. Да. Няшки. Твари. Опс, он сломал забор. Нет ему прощения. А почему эта секция не падает? Хотя она прозрачная. Ну точнее, нематериально. Я пошел за дровами, взял меч. Я юху! Юху! Видишь меня? Снизу. Вижу. Да, смотри на меня еще. Он Костя бегит. Я его сейчас... Можно я его сниму? Попробуй, сейчас в ответ прилетит. Ну, что можно попробовать? Как говорится, один раз не зеленая стрела, да? А можно я с лука попробую? Ну, попробуй. Опс. Чего он так боится-то? Задергался еще. Оу! Это кто так взорвался? Не знаю.